Здарова, чуваки, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в симулятор кошения травы. Добро пожаловать в Коси Газон, увлекательный симулятор кошения и магнатом, в котором вы можете играть роль газонокосилки с друзьями, собирать милых питомцев, улучшать свое снаряжение и становиться самым богатым ландшафтным дизайнером в мире. Ну что, погнали! Чуваки, это очень необычно и очень прикольно. Я такого давно не видел, а может быть даже никогда. Нам дают вот такую вот газонокосилку, и нам с этой газонокосилкой нужно вот это вот все косить кучу людей с питомчиками. Косишь траву, и у тебя еще есть питомчики. У нас тут какая-то фигня стоит. Это заправка. Где у нас с правой стороны? Вот здесь получается горючее. Я понял, вы себе тут бегаете. Блин, бегает он, конечно, прикольно. У меня на самом деле он так не бегает. А если вы с ними вот это... А, прикольно, ребята. Вы можете просто бегать, а можете бегать с газонокосилкой. Так, яички. Нам, чтобы купить яички, нам нужно 99 робуксов. 799 робуксов. 700 долларов. 4,5 и 22 тысячи. Хорошо. У нас пока денег вообще не алё, поэтому мы давайте сразу купим за 99 робуксов. Нажимайся, не нажимается вообще. Я, походу, что-то не догоняю, потому что оно... Вот, о, найс, наконец-то. Покупаем яйцо, и что нам дают? И нам дают какого-то питомчика, который называется непонятно какой. А ну-ка, эпик. Это должно быть круто, я пока не знаю. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, мы просто тупо одеваем, чуваки, потому что... Это что такое? Это какое-то дерево. Это какое-то дерево. А ну иди сюда, а ну иди сюда, давай. Давай, мочим его, чуваки, мочим. А чё оно не мочится? Это не... Дали мне что-то, дали, нормально, нормально. Это что наверху? Я вообще на фонарь вот так вот бегаю, вообще не понимаю, что пока делать. Просто собираю. Деревья какие-то косить надо. Косим деревья, прикиньте. А, вот так вот они косятся. Деревья еще в жизни газонокосилкой в жизни деревья не косил. Все empty, у меня закончился бензин. Теперь мы летим сюда, и нам нужно этот бензин, заправочку вот здесь. Оп, нажимаем и заправляемся. Прикольно, у нас сзади вот такая вот баклажка, мне очень это напоминает симулятор, в котором вы там что-то мыли, либо помните, вот есть такой симулятор, там мне нужно было со шлангом все очищать. Так, супер фикс газ, 2x дамаг. А ну, это что такое? 190 робоксов, давайте попробуем, что это такое, я пока не понял, беру все на фонарь. Вот, надеюсь, оно мне очень пригодится, потому что я походу буду в два раза быстрее все это делать. Ой, конечно, золотое дерево, иди сюда, вот, давай, нормально. Так, нам нужно еще питомчика одного, и у нас тут в шопе еще какие-то есть ништяки. Давайте мы посмотрим, что у нас здесь. Кэш. У нас можно в два раза больше кэша. А, это не то. Это просто кэш можно купить. А бусты? Покажите мне бусты. Точнее, геймпасы. Вот. 2х скорость. Дабл пец. Годли. Годли лав. Это что такое, ребята? Давайте покупаем. 699 робусов. Улетает в никуда. И нам дают... И нам дают вот такую вот мощную штуку. Нифига себе. Вот. А, еще и закончилась у меня бенза быстро. Бенза вообще как-то быстро заканчивается на самом деле. Так, нам нужно что-то еще с бензой сделать, чуваки. Вы видели, как она мочит? Нам нужно что-то срочно сделать с бензой. Infinity Gas. Infinity Gas, чуваки. У нас сейчас будет просто нереально самая крутая газонокосилка в мире. Ребята, о май гад. Все, купил. Ебой. Понеслась, понеслась. Вот это мы сейчас тут, конечно, залетим. Ребята, 1100. Мы уже залетаем в следующую локу. Открывайся давай. Нет, не за робоксы. Не за робоксы. Главное не ошибиться. Давайте, давайте. Давайте, next world. А, вот, next world наверху. Фанрик, не тормози, будь внимательней. Так, была бы еще какая-то штука, которая собирает. Было вообще очень прикольно. Ребята, мне нравится этот симулятор однозначно. Quick fill up. Quick fill up, это что такое? 99 робуксов. Unlock quick fill in zone. А, зарядка можно. Зарядка можно в зоне. То есть не бегать сюда постоянно. Это тоже прикольно, но она нам не надо, потому что у нас infinity. У нас безлимиточка. Обожаю безлимиточки, ребята. Геймпас на безлимитку, это самый лучший геймпас, который могли только придумать в робоксе. Так, и у нас еще какие-то апгрейды можно делать. А у нас все, у нас на максималку. О, понеслась. Смотрите, смотрите, как я иду. Посмотрите на вот эту жесть. Вообще идем даже не задумываясь. New level unlock. Есть, есть. Отлично, смотрите. Оно само, вообще, я ничего не делал. Прикольно, ребята, поняли, то есть ничего не покупать. Не тратьте робоксы даром, лишний раз. Потому что это все вам не пригодится. Следующая локация у нас сколько стоит? У нас следующая локация стоит 1400 травы. Погнали. Трава, конечно, тут вообще. Блин, мне такое впечатление, что я брею какую-то курицу. Посмотрите. Ой, у нас ускорение пошло. Увидели? Ускорение. Точно. Мы можем взять ускорение, чуваки. Берем ускорение. Где оно? 199 робоксов. Давай вот это вот ускорение делаем. Оп, ебой. И теперь знаете, что мы можем сделать? О, давайте мы пробежим
вот это все полностью срубим, точнее скосим, и пойдем покупать яички. Нам нужно покупать питомчиков, чтобы у нас были прикольные яички. Быстро мы, чуваки. Посмотрите, как мы быстро тут носимся вообще, как сумасшедшие, как угорелые. Полетели за яичками. Блин, ребята, вообще, я босс. 136 тысяч, ты че, офигел? Нет, спасибо, не надо. Рарка, ну и нормально, лучше, чем комодовский, однозначно. Все, по-моему, все скосил. А, я понял. Походу, нужно все скосить полностью, чтобы оно появилось. Вот это техника, конечно, вот это задумка. Демонипель, давайте тогда быстро все косим. Камни, круши, вообще. Мы тут просто какие-то демонюги с вами, реально. Посмотрите, как мы это все сносим. Оп, ебой, отлично. Дальше, вот здесь, и вот здесь. И все, мы практически досносили. Вот этот вот камушек, мы его снесем еще. Он мне как-то не нравится. Раз, два, три, опа, есть. Следующая локация, понеслась. Следующая локация, снежный снег. Снежный снег. Чуваки, вы такое слышали когда-то? Снежный снег. 44 тысячи, чуваки, у нас 44 тысячи. Мы это все посносили. И нам, наверное, придется сейчас еще одного питомчика купить. Сейчас мы вот это вот доберем и пойдем еще одного питомчика покупать. Так, быстро уходит. Ребята, конечно, геймпасы решают. Вы можете сказать, Фанрикс, вот тут робоксы тратит, неинтересно. Попробуй без робоксов поиграть. Чуваки, я робоксы за робоксы покупаю для того, чтобы вам быстро показать смысл мне без робоксов играть. Я без робоксов сам могу ради себя поиграть. А тут я хочу вам быстро показать все по максимуму, как он проходится и как оно выглядит, чтобы вам было интересно смотреть. Чтобы вы знали, так, значит, Фанрикс будет прикольный, у него будет видосик. Фанрикс сейчас по любасику все дойдет, все пройдет, какие-то топы залезет, ребятки, и вы увидите, как оно все выглядит. Так, мы уже побрили, короче, это не газонокосилка, это какая-то бритва, ребят, смотрите, трава, конечно, как бритва бреется. Чистота, чистота, погнали, дерево, стой, нет, мое дерево, нет, нет, не успел. Собираем золотишко, собираем, что это было? Это что было такое? Вы видели это? Вы видели? Меня кто-то снес. Какой-то хейтер токсик меня, невидимый хейтер токсик меня снес. Есть! Новая локация. Magic Forest. Погнали. О, тут уже трава у нас синяя. Тут у нас по центру ничего нет. Давайте мы возьмем еще одного питомчика. Крутим, 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 крутим. Упади что-то нормальное. Рарка. Отлично. Все, погнали. Нам бы какая-то бы штука еще на денежку, чтобы денег больше было. А, вот, ребята, есть геймпас на деньги. Мы можем еще больше денег получать. Давайте все под ноль. Просто тупо все сносит под ноль. Есть, погнали. У нас теперь будет еще больше денежек. 79 тысяч. Посмотрите, как много. Посмотрите, как быстро. Какие-то грибы. Кто это такой? Какая-то пальма или это какое-то дерево непонятное. Ребята, я завтыкал. Смотрите, тут есть подарок. О май гад, Фанрикс, вот это ты не внимашка вообще. Какие-то подарки мне дали. А я их даже не видел. Еще один подарок. Есть, еще денег. 566 тысяч. Нормально. Нормально. Вот это ты, конечно, Фанрикс тут побегал. Так, ничего себе. Где минут играешь, уже столько всего. Есть, не прошло и 5 минут, ребята, как мы открыли Вулкана Пик. У нас новая локация, которая у нас вулканическая. У нас тут какая-то фигня такая нездоровая. О май гад, нам нужно уже 1 700 000. И следующая локация у нас стоит 11 миллионов. Вообще, ребята, поэтому, наверное, давайте мы что мы сделаем. Мы пойдем и быстренько купим себе еще питомчика. У нас 1 300 000, а питомчики здесь стоят 900 тысяч. Но, в принципе, мы можем не тратиться, потому что у нас и так нормально тут денег хватает. Какое-то яйцо. У нас яйцо, прикиньте, халявное яйцо. Вообще, 136 дамага. Отлично. Вот так вот снимаем и вот так вот одеваем. Чуваки, вы видели? Еще одно яйцо. Опа. Отлично. Вот это халява вообще. Не тратились деньги, вообще не тратили ничего. Мифик, 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 эпик. Хорошо, пусть будет эпик. Он по любасу лучше, чем то, что у меня сейчас есть. Смотрим. 52. 1,4 дамага. Вы что, ненормальные? Конечно, мы одеваем. Конечно, мы одеваем его. И теперь у нас тут просто нереальная движуха начинается, чуваки. Смотрите, как оно все быстро. Еще яйцо. Да ты... Да, это яйцо. Это яйцо. Мифик, блин, если мифик выпадет, то будет круто. Мифик, найс. Найс, мне выпал мифик. Теперь смотрим на его статы. 32 тысячи дамага вообще. Это только 30 уровень. Офигеть. Снимаем. Блин, это, конечно, я тут мажор вообще. Вот это, конечно, я тут жесткий, вообще нереальный крутой мажор. 2 миллиона у нас еще денег. Мы ничего не потратили. Мы уже снесли больше половины. И мы сейчас залетаем быстро в следующую локацию. Посмотрите, по какому фасту я
это все прохожу, чуваки. Это вообще, я так в жизни быстро игры не проходил. Да, вот тут реально, ребята, вот в этой игре геймпасы реально решают. Потому что других игр вы покупаете геймпасы и еще 100 лет бегаете по локациям и что-то собираете непонятно. А тут вы зашли, все собрали быстро, залетели в следующую локацию. Смотрите, у нас сейчас будет еще чуть-чуть, и у нас будет следующий мир. Смотрите, я даже не буду тут сильно много собирать. Смотрите, да, спускаемся, наверное, вниз. Вот, 98-99, есть, новая локация. Candyland, ребята, сколько тут? У меня по 3 минуты на одну локацию уходит. Candy локация, конечно, очень красивая. Посмотрите, леденцы, бубенцы, леденцы. Вот тут такие, яичко, давай. Если мне сейчас еще один мифик выпадет, я обкакаюсь. Нет, не обкакаюсь, слава богу. Фух, не придется памперсы менять. Офигенские прифигевшие питомцы. Ребята, 1,4, 2,6, 2,7. Еще одно яичко открываем. И мифик выпадает. Стопудово, смотрите. Вот. Чары-бары-кибары. Руби-энд. Отлично. Еще один мифик, чуваки. Я крутой босс. У меня теперь два мифика. 89 тысяч дамага. Вы сумасшедшие, чуваки. Вы сумасшедшие. О май гад. Что творится? Что происходит? И мы залетаем в следующую локацию, которая называется Toxic Wasteland. Господи, я не понимаю, что происходит. Но я тут просто сношу все. И даже, просто даже назад не оглядываюсь. Новая локация, ребята. Я что-то задумался. Пока я думал, я открыл новую локацию. Я даже сам этого не заметил. Главное не заболтаться, чтобы открыть следующую локацию. Так, 95, 96, 97, 98, 99. И новая локация. The Beach пляж открывается. Ребята, 3,5 миллиарда стоит следующая локация. А за ней уже конец. Походу, мы сейчас пройдем полностью всю игру, чуваки. Мы прошли минут, наверное, за 20 всю полностью игру. Офигеть. И у нас тут еще какие-то есть... Да, там еще локация какая-то называется Farmland. И там еще у нас есть питомчики. Мы сейчас попробуем, если нам хватит денег, мы сейчас попробуем там еще питомчик какого-то открыть. Так, давай, 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 давай. Е-бой, Farmland, чуваки, последняя. Не последняя. Она не последняя, там второй мир. Там второй мир, о май гад. Я ошибся, там второй мир. Мы сейчас тут тогда все полностью вот здесь собираем и летим, чуваки, во второй мир. Офигеть, 20 минут, первый мир пройден. Это новый рекорд. 5, 4, 3, 2, 1. Есть, новый мир открыт. Залетаем сразу в новый мир. Тут где трава? Где трава? Одеваем. А что, у меня пропало? Чуваки, у меня пропала моя газонокосилка, которую я покупал. То новую нужно покупать или что? Вы издеваетесь? Мы обновили все полностью ваши итемчики, но не переживайте, ваши итемчики остались в первом мире и вам дают новую валюту. Хорошо. Окей, у меня новая вот эта вот штука. Правда, странно очень, чуваки. Очень странно, потому что я вот это вот же купил. Вот, она у меня есть. Да, она у меня есть, отлично, она у меня осталась. Только она что-то ничего не ломает. И как пройти внутрь, я дальше не вижу вообще ничего. Тут ничего нет, походу, ребята, мы прошли до конца, потому что дальше уже ничего нет. Ни травы нет, нифига. Разработчики сделали мир, но еще его не доделали. И яички тоже купить нельзя. Ну нормально, чуваки, мы прошли игру, прошли до второго мира. Это очень круто, игра мне нравится, всем рекомендую. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Меня зовут Фанрикс, желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.